10 октября в столице Беларуси, Минске, состоялось очередное заседание Совета глав государств СНГ. Заседание принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева во дворце независимости. Главы государств сфотографировались на память. Затем президент Александр Лукашенко встретил также других глав государств, прибывших в Беларусь для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Вначале состоялось заседание Совета глав государств СНГ в ограниченном составе. Поприветствовав участников заседания, президент Беларуси высоко оценил участие глав государств и правительств в нынешнем мероприятии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на заседании. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги, во-первых, хотел бы поблагодарить Александра Григорьевича Лукашенко за созданные прекрасные условия для проведения очередного заседания СНГ в Минске. Как Александр Григорьевич отметил, второй год подряд, так сложились обстоятельства. И хотел бы воспользоваться возможностью поздравить Александра Григорьевича и весь белорусский народ с теми достижениями, которые Беларусь достигла за последнее время. С момента моего предыдущего пребывания здесь в течение года зримо видно, насколько активно развивается страна. Минск – прекрасный, чистый, современный город. Поэтому от души, как ваши друзья, мы радуемся вашим успехам и, конечно же, желаем всего самого наилучшего дружественному народу Беларуси. Я также разделяю мнение о том, что СНГ не исчерпала свой потенциал. Это площадка сотрудничества, взаимодействия, обсуждения актуальных вопросов региональной, в международной жизни. Мы, как коллеги, которые долгие годы вместе общаются и решают важные вопросы, конечно, в такой открытой, искренней атмосфере должны обсуждать все вопросы, которые нас беспокоят. Азербайджан придает важное значение своему участию в СНГ. Мы считаем, что в рамках нашей организации было достигнуто очень много в деле взаимодействия, координации, лучшего понимания проблем друг друга, а также решения других важных вопросов. Также мы очень активно взаимодействуем с большинством из членов стран СНГ в двустороннем формате. Считаю, что двусторонние отношения цементируют отношения в рамках нашей организации, и мы и дальше будем стремиться к тому, чтобы наращивать потенциал двустороннего сотрудничества. Хорошие есть наработки в экономической сфере, в сфере инвестиций. И, конечно, мы сегодня также обращаем внимание на вопросы, которые вызывают беспокойство. Вопросы, связанные с региональной безопасностью, международной безопасностью. Конечно, нас тревожит то, что происходит не так далеко от наших границ. Ситуация на Ближнем Востоке, в европейской части, конечно же, требует адекватной оценки, и каждая страна, наверное, должна стремиться к тому, чтобы со своими действиями вносить вклад в укрепление мер доверия, безопасности и сотрудничества. Мы в Азербайджане так рассматриваем нашу роль в региональных и международных делах. Считаем, что та политика, которую проводит наша страна, направлена на снижение рисков, на стабилизацию ситуации. И, конечно же, экономический потенциал здесь играет немаловажную роль, так же, как и политическая воля. Те инициативы, которые Азербайджан выдвигает на пространстве СНГ, а также в рамках регионального и двустороннего сотрудничества, служат укреплению безопасности, предсказуемости, сотрудничества. Это сотрудничество мы наблюдаем активное и в транспортной сфере. Мы недавно в рамках саммита прикаспийских государств обсуждали вопросы взаимодействия между прикаспийскими государствами в транспортной сфере. Думаю, на пространстве СНГ есть очень хорошие возможности. Часть из них уже реализована. Инвестиции в транспортную инфраструктуру связывают наши страны в долгосрочной перспективе и создают дополнительные возможности для сотрудничества, а также получение дополнительной прибыли. Азербайджан, как страна-производитель энергоресурсов, конечно же, заинтересована в сотрудничестве со своими партнерами в этой сфере.
Считаю, что те инициативы и проекты, которые инициированы Азербайджаном, служат делу укрепления энергетической безопасности региона. И в этой сфере есть хорошие возможности для инвестиционных проектов, для большей координации усилий в этом направлении, потому что вопросы энергетической безопасности напрямую связаны с вопросами национальной безопасности каждой страны. Страны, которые имеют в достаточном количестве энергетические ресурсы, конечно же, на них накладывается большая ответственность в вопросе обеспечения энергетической безопасности своих партнеров и соседей. Также мы придаем большое значение гуманитарному сотрудничеству, которое, думаю, является основой все-таки жизнедеятельности нашей организации. Недавно, несколько дней назад, в Баку прошел традиционный 4-й международный гуманитарный форум, в котором принимали участие представители наших стран, а также представители более 60 стран. Вопросы гуманитарного сотрудничества, вопросы, связанные с межрелигиозным диалогом, диалогом цивилизации, связанные с вопросами мультикультурализма, представляют большую актуальность. Думаю, что позитивный опыт наших стран свидетельствует о том, что мультикультурное общество – это единственный путь для развития. Абсолютное большинство стран мира – это страны многоконфессиональные и страны, где живут представители многих национальностей. Моноэтнические страны – это исключение из практики. Поэтому гуманитарное сотрудничество, взаимопонимание между представителями различных конфессий и этнических групп является важным для каждой страны, для национального согласия каждой страны, а также для нашего сотрудничества, потому что в рамках нашей организации представлены страны с различной историей, культурой, религией. И нас объединяют общие интересы, нас объединяют сотрудничество. Думаю, что этот позитивный опыт, который СНГ как организация накопил, также может быть полезен и в целом для решения проблем, связанных с межкультурным, межцивилизационным диалогом. Иными словами, хотел бы сказать, что мы и дальше будем продолжать активное участие в работе СНГ. Хотел бы также еще раз поблагодарить Александра Григорьевича за прекрасные условия и выразить надежду, что сегодняшние вопросы, которые мы будем решать, приведут к дальнейшему сплочению наших рядов. Спасибо.